И забанили. Блин. Его забанили. Забанили. Шестерка. Забанили. Забанили опять. Опять его забанили. Найди какого-то бота, чтобы он меня убил. Ник, говорит Кен. What? Это мой ник. Какого? Начну. Это еще что было? А ты прикинь, какой ты мне контент завез? Мне делается провод сам Кент. Ну типа читер Кент мне делается провод. Ты представляешь? Так, ну что, ребят, всех рад приветствовать. Вы на канале Кент Метро Рояль. И это, братцы, новый ролик на моем канале. И это ваша любимая рубрика «Проверка сопровождения от читера». И у кого я сегодня купил сопровод с читами, я, конечно, маленько попутал. Я сразу скажу, что я этого человека забанил два раза. А в итоге он зашел на третий аккаунт, и мне делал сопровод Кент. Понимаете? Я. То есть чувак делает сопроводы с моим ником. Что было в этом ролике, это полный трэш. Поэтому лута море. Сколько он там убивал всех, кого только, не знаю. Вот, все, что вот двигалось, все уничтожал. Ну и конкретно отлетал. Поэтому, братцы, лайкосик, подписочка. Всем хорошего просмотра. Ну и перед началом ролика, как обычно, небольшая маленькая рекламка. Братцы, хочу вам всем порекомендовать отличнейший сайт KupiCod. Это сервис пополнения мобильных игр. На сайте KupiCod самые низкие цены на рынке. KupiCod – это больше, чем просто сервис пополнения мобильных игр. KupiCod – это целая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Пополнение любой вашей любимой игры происходит в два клика. В данном случае я пополняю игру PUBG Mobile, вводим, ребята, свой игровой ID, выбираем пакет, который вам нужен, и пополняем в два клика. Можно пополнить купикоинами, оплатить картой и наслаждаться скайфом, крутить любимые свои кейсы. Зарегистрироваться, конечно же, авторизоваться на этом сайте, ребята, можно через ВК или Telegram. Ссылочка будет в описании. Так, поехали. Сейчас нам... Я купил у него фулл 6 сет, голова, броня, сумка, МКшка, вышка. Поэтому сейчас мы быстренько заберем все это дело. Причем купил я это все, голова, броня, сумка, МКшка, вышка. Буквально там у него за 19 рублей МКшка и 30 рублей фулл 6 сет. Шикарно, шикарно. Поэтому погнали. Надеюсь, он будет хотя бы с микрофоном. 8x. Че издеваешься? 8x. Радку на броню одень, не случайно его выкину. Одел, с микрофоном это хорошо. Ладно, нормально, фулл 6 сет нам дали с вами. Правда, броник был без обвеса, только с тканью. Ну, нормально. Так, он сейчас, получается, вышел и сказал, сейчас будет пересаживаться на другой аккаунт. Поэтому ждем. Так, все, отлично. Let's go. Здесь с нами разговаривать он будет вообще, нет? Надеюсь, разговаривать он с нами будет. Ну давай, навигатор, работай нормально. Даже ник-то какой, сопровод у него. Там отзывы о нем не очень хорошие. Пишут некоторые, что он прям жестоко палится с читами, что кому-то даже забанили аккаунт на 30 дней из-за него. На, блин. Ас, привет. Здорово. Дойти. Ну пойдем. Не, ну брат. Ты же знаешь, что без приключений, точнее, ты еще не знаешь, без приключений неинтересно. А ты что, без микро будешь? Ну ладно. Че, куда идти-то? Так, а надо маленько время оттянуть чуть-чуть. Ну, типа, потянем время, чтобы другие успели приехать. Если что, 6 лямов входит и то, что броники и ресы с чем. А, мысль ресы. Пошел ты в баню. Вы убиваете босса, а я там буду лутаться, хорошо? Окей, как скажешь. Хорошо! Пойду боссов убивать. В метрошке два чела, где мы бежали, короче, но они так-то не рядом. О, навигатор работает. Пока что 9 челов вижу. Дурак, как бы отключать, чтобы бегаем. О. Ну, типа мы не слышим, надо босса убивать. У черного письма, короче, там чел.
Так, отлично. Еще нет. Когда челы рядом будут, вот на реакторе один чел летается. Давайте его убьем быстренько. Давай, давай. Дай спалим. Потом уже идем. А то и так. Не в упоре. Давай, давай. Двое. Четверка. Еще один. Двойка. Ничего, двойка. Брат, решай сам мои проблемы. Еще могу? Там чел. Могу отжарить, но не буду. Еще в упоре. Еще бежит один, давай. Ай, читак. Идите же бы на него. Вот один, четверка. Да-да-да, знаю. Молотов кину. Я типа не умею стрелять. О, еще кидает молик. Убил, что ли? Ой, голенький там. Давай, брат, пошли, типа, помогу, что ли. И пять. Ой, еще, братан, ну, давай. Пять, еще. Давай, давай, давай. Я дураком прикинулся, типа, стрелять не умею. Ой! Блин. И забанили. Блин. Его забанили. Забанили! Что делать, братан? Его просто забанили. Бедолага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это-то хорошо. Без типов-то нормально так наразвалил. Так, правда, нет ничего. Давайте посмотрим быстренько. О, есть так, компоненты можно забрать. И давайте посмотрим, что он нам сейчас там напишет. А, он мне пишет, меня кинул антибан через 10 минут гоу. Пишу, окей. Жду. Я очень спалился тем, что головы ставил. Все окей, я написал, жду. Не, ну, я же сказал, брат. Не будет такого, что будет все легко. Давайте сейчас быстренько тогда сделаем сами себе сопровод. А то у меня реально денег нет на аккаунте на этом. Короче, он мне написал, что такого больше не повторится. Окей. Я чувствую, ребят, что это будет первый бан в истории мой. Потому что меня никогда не банили же. Ну, когда я проверял, делал проверки сопровождений. И чувствую, вот эта проверочка может закончиться печально. Так, братишка, где у тебя второй бой? Ух ты, братишка ты. Ага, вдруг у тебя где-то вот здесь, да? Братишка, ты в ноколе? Так, у тебя что, брат? Радочка, да? У нас там другие типы зашли. Так, один есть. А еще пришли люди. Да, ну это что такое? Так, отлично. Так, давайте с этими разберемся. Шестерки, ё-моё. Это пятерка. Так, ну чё, все, мы вылетаем, ребят, с вами уже. Осталось тут 40 секунд. В принципе, у меня 3,8 миллиона, есть немного вещей. Я не стал особо лутать радиацию. Здесь у нас еще немножко можно забрать. Поэтому нам уже читер написал: заходи. И идем с ним вторую катку. Надеюсь, его второй раз не воткнут. Поехали. Того мы вынесли чисто. Ну, как раз нам пишет наш читер. 3 миллиона 200 я вынес чистыми на халяву. Еще фул 6 сет и МКшку улучшенную. В принципе, нормально. Поэтому погнали за сопроводом. Не волнуйся, начинай, все будет хорошо. Слышали, да? Не волнуйся, начинай. Насчет брони не волнуйтесь, мне будет сложно. Все окей, да, окей. Просто. У меня еще микрофон почему-то был включен. А, потому что я разговаривал в чат. То есть он собрался... А, ему дали 10 минут на проверку, видимо, ему дали. Пока я там бегал, проверка ушла. Ну, неплохо, ладно. Ладно. На этот раз я так не буду палиться. Давай, брат, давай. Перестань, мы в самой заднице. Жалко, жалко, что его не забанили на полностью. Ну, на полный прям. Ну ничего, я ЖБ кину, может быть. Так вот, жалоба. На него дали даже комментарии были на сайте, на его сопроводы, что типа типов банили на 30 дней. Ну, то, что с ним играли. И по идее, сейчас с ним вторую катку буду играть. Если сейчас его будут опять втыкать, то... Я метку поставил сразу сюда. Сразу сюда. А еще... Серьезный парень. Так, ну у нас сейчас... Тройка. Там... Да, слева. Да. Четверка.
Ой, давай, давай. Говорит, палиться не буду. Четвертой броне. О, вдаль просто с этого говна по нему попадает. Такую даль просто этого стреляет. Прям сразу попадает. Ну, остальные в метро пошли. Давай, давай, уползай, уползай, уползай. Очень мало хп оставим. Ага, шестерка есть. Двойка в метро. Ой, один патрон. Молодец. Один ушел. Ну, это так, чисто для профилактики. Первые легко ему дались. Не иди, не иди. А я жду ее. Эй, Гарри. Давай, давай, убивай, даже не стал стрелять. Ну нет, он вот нокнутый. О, тут ткань есть. Четвертая броня на радке. Ждут пацаны, нормально. Так, сейчас получается на радике уже люди будут, это хорошо. Ой-ой-ой, лежат, лежат. Идем, чё? Идем, нафиг их. Идем, идем, нафиг их. Настучал, есть свои. Вот он шпарит, а. А бедные пацаны, а. Ой, оба красненьких. Сталик был, слышь? Шестая брона сталик, не хотите? А, лучше его не одевать, он фулл сломанный почти. Хорошо. Там еще один чел бежит. Нет, это по-любому должен быть бан. Нифига себе, там просто три тычки, пацаны лежат. Я, говорит, полиция не буду. Давай. Я, говорит, полиция в этот раз не буду. Просто душит всех. Один наверху у босса. Двойка наверху у босса. Двойка сзади, но они далеко. Они к нам не собираются как будто. Что вообще он вытворяет? Куда ты пошел? Куда собрался, братишка? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там, что там? Иди брат? Тут залутай ратку. Иду, иду, брат. У меня тут фулл сталик, сэр. Где, где? Блин, это негр, только не хватает. Так, это ты не забудь потом мне отдать. Черное письмо. Во, вот это уже ой, хорошо. Кайф. Давай, там типы, слышь, уже и ратку мою лутают. Успел лутать. Не, да, да, все. У нас чел. Ну иди разберись, я тут при чем. Все разобрался, молодец. Скип, 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 скип. Ничего скип. Не надо. Ты себе можешь забрать. Еще хоть типы. Watch out. Челы, челы, да. Mark the location. Опа! Надо умереть, надо умереть. У него мало хп. Поднимай, поднимай, поднимай. Он убежал. Поднимай, поднимай. Блин, ну почему не запушили они? Ну почему не запушили? Thank давайте, you. Давайте. У него там мало хп. Он поднял. Не под лестницей. Давай двоих сам. Хорош. Давай второго. Хорош. Так. Я боюсь в бан отлететь. Ух ты! На, вот немножко. Вот это, брат, забери. И вот это посмотри, а, брат. Да, что? Да, да, знаю. Уликс, ой, ё-моё. Ну вот, я про это же говорю. Просто выкидываем обвесы. Не нужно. 100%. Так. Так, оп. У меня на броне три ратки. Еще на выход надо идти. Ратку? У меня вообще просто тут. Мне уже хватит, в принципе. Ну, браток, ну что-то не канает. Я могу пулик выкинуть в вышку и забрать МПшку в вышку. Окей, давай. Хорошо! Отскачем. Не идем на ратку, давай на выход пойдем и перезапустимся. А, все, перезапустимся, окей. Хорошо! Пошли. Вот это, что тебе влезет. Все, 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 пошли, 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 ЛГ, перезапустимся. Какой у тебя сейчас вынос? Три. Я ж тебе написал. Какой у тебя вынос? Да я ж тебе написал, алло.
Ладно, после выхода можешь сказать? Да я ж тебе сказал, ты чё, Вася? Сейчас второе сопровождение сделаем. Смотри, сейчас когда ты выйдешь, скажешь, когда... Ой, сколько ты вынес, и я скажу, сколько я вынес. А, вон он что хочет. Окей. И это все прибавим. Например, я вынес 1 лям, и ты тоже 1 лям. От 6 лямов отнимаем 2 ляма. Ты мне должен это 4 ляма. 4 ляма делаем сопровождение, и все. Окей. Окей, окей. Я согласен. Так, давайте сейчас мы сначала кинем жалобу на него. Мне тут М249 кобра. Шестой рюкзак. Ой, да. Шестой рюкзак, шлем сталик. Броня сталик. Еще один. И два брони. Окей. Да. О, братик, давай. А там голый, походу. Шестерка. Забанили. Забанили опять! Опять его забанили. Найди какого-то бота, чтобы он меня убил. И. То, что мне в рюкзаке попало, блин. Смотрите, просто убили. Точнее, его просто забанили прям в катке еще раз. Пойдем посмотрим, что с этого упало. Красный. Куда все это девать? А что делать с этим совсем? У него еще там фул инвентарь. Что делать-то? Давайте все вот это здесь пока оставим. Так, он нам что-то написал. Я создам чистый аккаунт и сделаю тебе сопровод. Сейчас напишу, когда. Е-мое. Да, вот это, конечно, я впервые встречаю. Алло, брат, ты че, тебя заклинило, что ли? О, сломался, смотрите, ребят. Просто ломается у него пушка. Сейчас будет вообще одиночками тапать. Так, вам привести бота. Так, он нам что-то написал. У меня бан на 20 минут. Хз, сейчас буду быстренько апать. Окей, 20 минут дали ему. Эй, бот, иди сюда. Сюда я дескал. Пошли, я тебе вкусняшку дам. Иди сюда, иди, иди. Цеп, цеп, цеп ко мне. Иди сюда. Ко мне иди. Так, что он нам пишет? А, он пишет, у меня есть еще аккаунт, он пишет. Окей. Мы его забаним. Давай, брат, вот его туши. Иди сюда. О, хорошо попал. Давай, 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 давай. О, нет хп. Давай, давай, души его, души, души. Давай, 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 по нему стреляй, падла. Вот, хорош. Добивай, добивай его, добивай. Да не меня стреляй, придурок. По нему стреляй. Да ты, придурок, попади по нему. Еще тычечку ему, тычечку, тычечку. Хорош. Пошел в баню. Так, что с него выпало? Ой-о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 й. Куда это все девать, скажите? Эх. Вот это сопроводик. И здесь еще куча вещей. И здесь куча вещей. А что делать-то? Давайте сумку возьмем еще одну лучше. Две сумки, две брони, две головы. Еще у меня ради... Ой, ё-моё. Сейчас бы какого-нибудь внедренца бы сюда. Ладно, пойдемте на выход. Плакать аж хочется. Жалко все это оставлять, но у меня и так, как бы, извините, очень много. Ну, поехали. Let's go. Нормально. 2 миллиона 300 вынес. Неплохо, но вещей очень много. Так, давайте посмотрим, что он нам сказал. Так, знаете, что он мне написал? ХЗ, возможно, бан прилетит. Но ничего. Это типа мне бан прилетит или что? Это будет печально. Если мне бан прилетит. Ладно, давай, жду. Так, короче, ребят, смотрите. Мы его забанили. Два аккаунта. Ну, один аккаунт, получается, два раза. И он мне сейчас пишет. Заходи, добавляй друзья, аккаунт, ребят. Это полный трэш. Ник, говорит Кент. What? Что? Это мой ник. Какого? Я в любом случае включу микрофон, мы это посмотрим, что он скажет на это. Мне очень интересно, что он мне скажет на это. Ой, начинай. Это еще что было? Блин, не понимаю, почему меня банят? Понимаешь, когда один раз банят, второй раз тоже банят. Ты Кент?
Кент. Ой. Ну, я изменил голос через программу, да. Это была проверка. Даже нет, не так. Ты серьезно? Заходи на стрим. Я не Да буду. нет, конечно. Ага. Ладно. Ты просто Кент, но его сын, короче. Нет. Нет, ну мне реально интересно, что он мне скажет на это, когда я включу микрофон. Но это не может быть такого совпадения. Но неужто он понял, что это я, специально изменил ник. Мне очень это интересно. Ты сейчас на стриме. Тебя смотрит 4000 онлайн. Чехмалт. Чехмалт смотрит. Ну давай, погнали. Кент. Почему тут заспал? Сам Кент делает мне сопровождение, ребят. Идем вот сюда. Представляете, да? Сам Кент делает мне сопровод. Ошалеть. Давайте напишем, ты знаешь Кента? А ты знаком? Потом. И, алле, что, не видишь мои сообщения, что ли? Не видит мои сообщения, да? Так, сейчас самое главное, чтобы были типы. Мне просто не надо так палиться. Да, тебе просто надо Вот пользу. беру вот там медоед или же грозы из-за того, что они только полог ставят. Сейчас я МКшку беру. Ну ничего. И тебя мы, Кент, забаним. Не, мне как-то, знаете, как не по себе это получается. Он от моего имени сейчас будет всех фигачить. Ну, это... Идем через босса. Ой, что я сделал? Отсюда, отсюда. Слева, справа чела. Так. Двойка. Ой. Э! Они там, осторожно. Помоги! Где тут есть что-нибудь, мне помощь какая-нибудь? Надо пройти. Ой, хорош. Рашен, рашен. Давай. Еще четверка, четверка. Еще челы пришли. Где, брат, где? Ты сказал? Блин, неужто он сейчас будет, они сейчас кто-то будет обо мне думать очень плохо. Что я скотина такая. Бежим, бежим сразу. Пробегай. Ну куда ты пошел? Еще челы Ваши пришли. встречать, я очкошник. Перед нами сейчас тело будут. Перед нами сейчас тело будут. Четверо. Давай, держи, забирай, ты же Кент. Мало хп. Давай, давай, Кент, давай, души, кентяра. Слушай, ты что, ошалел? О, что-то уракаешь-то. Убегают. Это хорошо. Пошли. Наверху еще челы. 11 челов. 12. Как это хорошо, Ну, а? пока что мой рекорд 24 или 25 там. Ну да, с читами, конечно, такие рекорды устанавливают. Они там, кстати, крысят. Ты Кентера. босс убивая, лутают. Да пошел ты нафиг своим боссом, надоел ты мне своим боссом, мне твой босс надоел. Сам иди его убивай. Да мало ли чего, босс на меня жалобу кинет просто. Я сейчас на тебя сам жалобу кину. Он свой парень, чел. Давай, иди разберись. О, гроза, стальной фронт. Нормально. Да, с одной тычки его убил. Киньте на него ЖБ О, просто. флэрка. Хорошо. Это хорошо. Это хорошо, что флайерка есть. На реакторе можно сказать двойка. И давай там не можно сказать, а давай говори. Убивай босса. Убиваю. Нам идут. Давай, 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 быстрее, быстрее, выделяй. Отказаться, отказаться, отказаться. От... О, шлем шестой. И на кости 85. Ой, Шлем черное шестой, письмо. черное письмо. Сюда. Фигу. Черное письмо дай. Чего это? Ой, А? какое черное письмо. Иди сюда, на. Пошел в баню, письмо не дам. Где письмо в сейф? Давай.
Мне интересно, она сильно охренеет, когда я включу микрофон? Наш рез лукает, пошли. Погоди, нити. Там чел возле черного дверя стоит. Посмотришь, он хочет его открыть. Так пошли! У вас письмо есть, алло, я... Дай мне, пожалуйста, что-то. Ты нет. Так, где он? Я понял. Давай. Ой, шестерка! Спасай меня, давай! Ой, ё-мо, без ушей играет, походу. Еще чело, фул рассыпал. О, смотри. Ну, чел, отойди. Твои проблемы. Ой! Я там у пацана реакция, походу, поддала. Только перед нами. Че на письма открывают? Нити, не пикай. Да. Заходим. Ну давай. Дай. Ну вот, надо. Давай, убивай их. Попасть по ним, что не можешь, Има. Давай быстрей. Хорош. Гранат или молотов есть? Нету ничего. Понял. Молик нам кинет. Молотов. Пойду, надо что-нибудь. Да убей их давай уже, а. Теперь есть. Давай! Наконец-то, блин, очкошник. А, тут трое было, нифига себе. К нам еще идут. Это хорошо, брат. Блин, лутай. Золотой! Watch out! Да. I got supplies! Угу. Шлем, два рюкзака. О. Шалить, золотой, это шикарно. Иди забирай ратку. Да иди, погоди. Погоди. Так, а чё? Браток, погоди. Нас тело быстрее забирает. Да твои проблемы, слышишь, у меня нет места. Ты тебя только допёрло, что ли? А чё? Как? Места нету в инвентаре. А какие бафы? У меня три. Изыскная пуля. У нас теперь. Уходим. Давайте разбирайся. Уже челы пришли. Да твои проблемы. Хочешь, уе. Я все броники и так далее там выкинул. Чё, Аша? Чё ты тут скинул-то, алё? О, они ещё даже не до конца долутали. И он там разбирается, этот кентишка. Кентишка дунул паровоз. И а чё не открывается-то? Ты там все залутал? Нет, лутаю. Вот тут ратка есть. Ратку залутаю, я тут залутаю. Вот, а, во. Да погоди ты своей раткой, я тут. Уходим оттуда, тут у нас в упоре двойка. Ну разбирайся, ты читер, ё-мо. Пришел к тебе почти. Отжарил, дали он в грозах, сейчас сбрил. Добей их. Красненький. Включи микрофон, скажи, сколько у тебя вынос. Пошел в жопу. Красненький. Сейчас я тебе включу микрофон. Че, я на тебя. Я еле-еле все разместил. У меня три шлема, так. Один броник и три рюкзака. Все, места вообще нету. Красавчик. Красавчик. Я упала, ё-моё. Так. Выкинь все аптечки, патроны. Да-да-да-да-да-да-да. На тебя рассчитывать. И выходим. На тебя рассчитывать, конечно. I got supplies. Все, пошли. I got supplies. Фиолки выкинь. Давайте жалобу на него кинем фиолки. Еще раз. Читерство. Ни хрена себе у него вещей. Офигеть. Где места нету. Короче, так. Что тебе нужен? Кобра. Значит, шестая кобра броня. Включай микрофон. Да я вообще это возьму это. Да все бери, все бери. Что? Все возьми, мне все надо. Черт! Здорово, братишка, как дела? Что? Как дела, а? Я твой фанат.
Да ладно, фанат Я ты. твой открытый ролик смотрю. Да ладно, а зачем ты позоришь мое имя, играя с читами? Я не знаю, я просто поставил, я сигму ставил утрики. Что? Что такое? Я могу прости, пожалуйста. Да ладно. Как тебе предыдущий твой аккаунт отлетел? Нормально, понравилось? Я Да, так-то нормально. старался. Кент. Что такое? А? Я изначально думал, это возможно будет Кент. У него такое же, типа, хорошо стоит, типа, хорошо. И офигеть. Ага. Ну все, пошли. Я буду в ролике? Да, ты в ролике. Как мне Кент делает сопровод, называться будет. Кент. Что? Я вот на каждых стримах сижу у тебя. Ага. Просто, знаешь, у тебя вот кайф просто. Офигеть. Угу. Так. Слушай, Никс, мне... Как ты меня нашел? А, Каха, ты как меня нашел? Хули тебя искать? Все морги обзвонил. Понятно, что ты в больнице, да? Че тебя искать-то? Пошли на вы... У меня руки трясутся. Да ладно. Это ты. Этот я. Это я. Проверка сопровождения, да? Да? От читера. И тут просто Кент. Ты понимаешь, да, какой контент ты мне, брат, подвез? Это реально Кент. Ну ты прикинь, какой ты мне контент завез. Мне делает сопровод сам Кент. Ну типа читер Кент мне делает сопровод. Ты представляешь? Ты мне просто реальный контент завез. Я тебе вот клянусь, говорю, я вот изначально, когда тебе сопровождение делал, я думаю, вот Кента тоже такой же, типа, персонаж, типа, не женщина, а мужчина. Uh-huh. И этот хорошо, ну, озвучка такая же. Uh-huh. Я думаю, ну, вряд ли. Я думаю, какой, вот ты написал, я у мамы деньги попрошу, или что-то там написал. Uh-huh. Я думаю, о, чего? Кент, я очень тебя люблю, просто обожаю. What? Я из-за тебя начал играть в метро. Я вот играю, вот все софтеры были, я такой, да блин, ну, надо играть тоже. Мне мало патронов. Мне тоже мало, поэтому надо в жопу стрелять. По фаре красный. Давай ты с одной стороны, я с другой. Будь там. Понравился сопровождение? Да слушай, первую катку я сам себе сделал сопровод. Вторую катку, в принципе, тоже неплохо. Я сам себе, по сути, все сделал. Я привел бота. Я привел бота, он тебя отжарил. Там столько лута было. Знаешь, типа, вот это, знаешь, я вот весь день делал сопровождение, думал, когда Кент будет? Когда? Угу. Дождался, да? Да, вообще. То есть ты надеялся, что я куплю тебя сопровод, да? Да, вообще вот думал об этом. Угу. Каждый день, вот каждый сопровождение. А много тех, кто не включает микрофоны? Да, так-то много. Ну реально прям много людей, кто не включается. Это вот, ну, допустим, как я. Реально прям много не включают микрофон, не разговаривают. Да. А ты мне жалобу кидал, да, из-за этого банили, да? Конечно. Не, ну в самый первый раз ты сам отлетел. Второй раз я прям кидаю жалобу, и ты убиваешь типа, и сразу ты встаешь. Я вот грозу, вот это делал, да, гроза с глушителем всегда в голову стреляет. Ага. Вай. Ты тут? Ты тут, что ли? Да, я тут, да. Сейчас, ну, он мне багнулся. Много денег зарабатываешь на фанпэй на этом? Да, за 4 дня 2000 рублей, сейчас я интернет включу. Угу. Я не могу, слышь, а аккаунта сколько ты за это время потерял? Я без антибана играю, типа это не скачал из-за этого. А так-то смотри, потерял так-то 3-4, ну типа чисто новые аккаунты. Угу, ну понятно. Ручка трясется вообще. Понятно. Все с тобой ясно? Ладно. Надеюсь, тебя забанят. Надеюсь, меня не забанят. Вот, поэтому переминусь. А мне садок, который я выбрал. Что? Рез. Да мне нафиг мне это. Ты думаешь, мне нужны твои резы, что ли? А можешь передать привет Джафару? Нет, не хочу передавать. Давай. А давай ты лучше просто переименуешься обратно, как бы не Кент. Ну, серьезно, переименуйся. Да. Это некрасиво. Ну, серьезно, ты просто под моим именем бегаешь и с читами играешь. Да, извини. Да извиняться не надо. Просто переименуйся, пожалуйста, и все.
Ладно, да, все, хорошо. Давай, тебе удачи, завтра смотри себя. Давай, удачи. Давай, пока. Удачи. Так, братцы, ну, вы сами все видели, пожалуйста, пишите в комментариях, я не знаю, это полный трэш, такое впервые, чтобы я сам себе, грубо говоря, точнее, мне делал Кент, делал сопровод с читами. Я не знаю, что на это сказать еще, поэтому, братцы, с каждого лайкосик, братцы, скоро стримы будут, я маленько приболел, извиняюсь, вот, поэтому лайкосик, лучшая поддержка, лучшая мотивация. Всех обнял, всем пока-пока.